Девчонки, всем привет! Рада видеть вас на моем канале. И сегодня мы с вами поговорим о моих покупочках из сайта iHerb. Да, представим, что у меня здесь как бы есть надпись iHerb и все дела. Красивая брендированная коробочка мне не пришла. В общем, хочу с вами поделиться просто своими покупками из iHerb. Возможно, это видео вам будет полезным, интересным. Возможно, что-то новенькое вы для себя найдете, увидите. Здесь будут товары, которые просто взорвали в свое время YouTube. И мне захотелось очень как бы испробовать, испытать на себе эти товары. И, к сожалению, продается это только все на iHerb. И если вам интересно, оставайтесь со мной, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки, либо же дизлайки, как хотите, конечно. Нажимайте колокольчик уведомления о моих новых видео, потому что здесь очень много интересного вас ждет впереди. Вот, я вернулась с Египта, я вернулась на родную землюшку-матушку, и я готова сжечь и разрывать просто. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной и поехали. Итак. Все это мне приехало в вот такой вот коробочке. Доставка была как бы на дом курьером. Курьер Новой Почты доставил все это. Нет, это не реклама Новой Почты, это я просто так рассказываю, как бы как это все приходит. Здесь внутри вот такая вот полиэтиленовая штучка, такие шарики. Хорошая игрушка для кота, кстати. Вот. Итак, посмотрим, что пришло. Надо обзавестись ножницами. Я буду нырять в коробочку и смотреть, как бы наугад ловить, что там чего пришло. Так, допустим. Вау! Это гиалуроновая сыворотка от Елизавека. За этой сывороткой просто сходят с ума. Прям вообще рекомендуют. Прям капец-капец, какая крутая. Очень круто увлажняет, очень клево подготавливает кожу перед нанесением макияжа. Мне захотелось испытать. Я люблю всякие гиалуроновые сыворотки. У меня перед этим была сыворотка от Now. Секундочку. Вот сыворотка от Now Solution. Она называется. Мне понравилась, довольно неплохая, увлажняет. Но она лежит, знаете, какой-то такой маской. По ней замечательно скользит крем для лица, то есть увлажняющий крем для лица. Но все-таки она как-то не впитывается, а вот просто лежит маской. Мне это немного не понравилось, мне это немного не устроило. Да что такое с моим языком? Я хочу, чтобы как бы гиалуроновая кислота нормально впитывалась, и ты ее не ощущал потом на коже. Вот, поэтому я решила попробовать вот эту вот замечательную сыворотку от Елизавека. Это корейский бренд. Очень популярный среди визажистов, знаю, очень популярна именно эта сыворотка. Все хочу испытывать, потому что уже просто нету терпения. Итак, следующее. У-ху! Я заказала матовую помаду от Pixi by Petra на сайте iHerb. Она вот продается тоже только на iHerb, либо же на американских каких-то сайтах косметических. Вот это прелесть. Вот это маленькая прелесть. Давайте открывать. У нее оттенок Pastel Petal. Наверное, это так читается. Я ее купила по совету бьюти-блогера Ленский Бьюти. Мне стало интересно, она любит пыльно-розовые цвета. Мне они не особо идут, но она сказала, что этот цвет имеет коричневинку в себе. Мне интересно как бы было посмотреть. Ой, как она пахнет вкусно. О, боже. Она достаточно жидкая, цвет просто превосходный. Класс, очень довольна покупкой пока что. У нее очень клевая упаковка, она такая прорезиненная, прям софт-тач, очень приятно щупать. Поехали дальше, не отвлекаемся. Ныряем. Мимо. Угу. Да, это мой любимый тоник для лица, признаюсь. Я его уже открыла, потому что я приехала, и мне нужен был тоник для лица, как бы. Это тоник для лица с кукумбером, с огурцом, короче говоря. Вот, замечательный тоник, увлажняет, очищает, очищающий тоник. Слушайте, можно я не буду называть, как бы, фирму, то, что вот тут написано? Тайерс, по-моему, здесь 355 миллилитров, и это очень бюджетно, и надолго ее хватает. Это моя вторая уже бутылочка, здесь очень хороший состав. Девочки, я не знаю, что еще сказать про хороший продукт, просто то, что это замечательный продукт. Это реально очень хороший и крутой тоник. Поехали дальше. Мимо. Да что такое? Ага, баночка. Это витаминки пришли. Да.
О, как интересно. Фирма называется Country Life. Витамины для женщин, Max for Women. Комплексные витамины, комплексный набор витаминок, нужные для женщин, ну, короче говоря. Знаю, отзывы на эту фирму очень хорошие. Я пила омега-3 от Country Life, от этой фирмы, и мне очень понравился эффект, очень понравился результат. Я довольна, все превосходно, замечательно. Здесь 120 таблеток. Если не ошибаюсь, одну или же две таблетки в сутки надо пить. Ну, проверим результат, эффект. Обязательно расскажу, конечно же. Итак, это известный, я думаю, всем уже бальзам для губ от Blistex. Его обожают визажисты. Покупала, да, по советам визажистов. Говорят про него, что он моментально заживляет губы, увлажняет губы. И именно у него больше всего лечащий эффект. Пахнет такой мяткой. Здесь SPF 15. Между прочим, что немаловажно. Попробуем, буду рассказывать вам, что за бальзам. Да, я это хотела безумно попробовать. Это Butter Bronzer от Physicians Formula. Давайте его раскроем. О нем просто слагают легенды по всему Ютубу. Вот, я думаю, о нем, наверное, даже мой дедушка знает, скорее всего, о том, что существует такой бронзер. Боже, как он пахнет! О май гад! It's impossible! It's miracle! Это что-то нереальное. Вот так вот выглядит бронзер. Я надеюсь, он мне подойдет. Я хочу накраситься. Да, он не сильно пигментирован. Ждите, вас впереди ждет видео о первых впечатлениях. У меня здесь еще появилась как бы косметика. И будет лицо первых впечатлений. Я нафигарила просто капец как много. Но мне так нравится. Пока что мне нравится. Это реально пина колада. О, мой любимый коктейль. О, боже мой. Вот так выглядит этот малыш. Да! Я заказала также известную подводку от Physicians Formula. Вот так вот и выглядит подводочка. О, в ней есть шарик, который взбалтывает подводку, саму жидкость. Это гениально. Она матовая, она такая классная. Кисточка рисует тончайшую просто линию. Класс, я пока что довольна. Также этот стрелочник будет в видео первых впечатлений. Так что, если вам интересно было мнение как бы непродажного блогера, ждите, обязательно будет видео. Также я хотела вам показать покупочку, которую я совершила в Египте. Значит, я насмотрелась Марка Кауфмана, и мне нужен был увлажняющий крем, и он посоветовал крем от Neutrogena. Вот такая вот баночка замечательная. Он продается на iHerb, Neutrogena представлена на iHerb, если не ошибаюсь, но его не было на данный момент в наличии. Поэтому я увидела просто, вот, собственно говоря, в аптеке и решила взять. Замечательный крем, ним пользуюсь уже пару дней. Я ним пользуюсь, мне нравится, увлажнение замечательное, нету ощущения маски. Прелесть супер, посмотрим, что через время, как он как бы себя... Ну что ж, девчонки, на этом все. Все такое вот видео, это все мои покупочки, сделанные на сайте iHerb. Я надеюсь, вам было полезно и интересно. Спасибо большое за просмотр, спасибо большое за ваши лайки, за ваши комментарии, потому что это помогает, собственно, продвижению моего канала. И вообще, спасибо большое вам за поддержку, мне очень приятно читать ваши положительные, да даже и негативные какие-то комментарии, если кто-то пишет, конечно. Поэтому спасибо за просмотр, всем хорошего, отличного, приятного дня, либо же время провождения. С вами была Валюшка. Всем пока-пока, до скорой встречи.